политическая деятельность, которая сегодня происходит, она не приближает никак конца путинского режима. Она нужна для той жизни, которая будет после конца путинского режима. Потому что после конца путинского режима никакой прекрасной России будущего нас, разумеется, не ждет, а ждет нас новая тяжелая борьба с новой диктатурой или серией диктатур. Только это будет диктатура более рациональная. Следующий диктатор. Он, конечно, за бабло, но кроме того, он знает, что люди должны ходить строем, что свобода это нахрен никому не надо, всякие там западноеврейские штучки, там, ну и так далее, понимаете? Вот во что он реально верит. Он верит в то, что управлять страной можно только жестко, только вот так вот сверху и так далее. Вот в это он верит. Больше, ну а бабло это само собой, да?